Красноярцев научат пасхальной выпечке и угостят продуктами местного производства. 23 марта в выставочном центре «Сибирь» открывается краевая продуктовая ярмарка. На ней свою продукцию представят лучшие товаропроизводители со всей страны. От мелких семейных производств до крупных крестьян и фермерских хозяйств. Они привезут мясо и колбасные изделия, деликатесы, молочную продукцию, яйца, овощи, фрукты, выпечку. Впервые на ярмарке можно будет попробовать и купить напитки от лучших производителей из южных регионов России. Сахалинского лосося, икру с Дальнего Востока, форели и осетрину из Хакасии. А также десятки видов и разновидностей меда, джема, таежные ягоды, грибы, соленья. Все это можно будет купить по специальным ценам. Не обойдется на ярмарке без подарков. Счастливчики смогут уйти домой с большими продуктовыми корзинами. С 23 по 26 марта каждый день розыгрыш призов и подарков от производителей пищевых продуктов, местных и региональных, которые представляют свою продукцию на выставке. То есть каждый день с 3 до 4 будет проводиться розыгрыш самых разных продуктов, от небольших тортов до 50-килограммовых мешков муки.